Приветствуем вас, дорогие зрители, на своем канале. Сегодня вы узнаете, чем закончится полюбившийся новый сериал «На твоей стороне». В финальной серии мы увидим, как Максим узнал, что некий человек является его отцом и столкнулся с тяжелой правдой. Что выберет Максим? Опустить оружие, которое на него нацелил, или же собственными руками его наказать? Это большая тайна, которая вышла наружу, является новым испытанием любви для Анастасии и Максима. Максим предпочтет отдалиться от всего окружения, но Настя, несмотря ни на что, сделает все возможное, чтобы не оставлять Максима одного. Сможет ли Настя излечить раны Максима своей любовью? Также мы увидим, как Максим спасает Анастасию из ловушки, которую построили враги, и увозит ее в больницу. Настя с ребенком находится в критическом состоянии. Во время напряженного ожидания Максим понимает, насколько сильна его любовь к Насте. Он переосмысливает всю свою жизнь и начинает строить планы на будущее. Максим решает все начать с нуля, а все, что осталось на полпути, закончить. Тем не менее, проблемы, которые он думал закрыл, не оставят его так легко. Максим, принявший решение начать новую жизнь с Анастасией, окажется в большой опасности из-за планов своих давних врагов. А как считаете вы, сможет ли Максим уберечь Настю от врагов? Оставьте свой отзыв в комментариях. А как считаете вы, нужно ли продолжение сериала «На твоей стороне»? Оставьте свой отзыв в комментариях. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.